Привет, мои любимые зефирочки или не зефирки. Сегодня мы будем играть в Пигги Боб 2, да. И конечно же, это будет челлендж у нас предатель. Если это не буду я, значит я Пигги. Ну, мини-дом, мой брат, надо Пигги меня. Чтобы я была радостна, всех убивала. Я папа свин. Кто меня убил? Признавайтесь быстро. Ребята, и голосуем за предателя. Они решили ничего не голосовать. О, голосует за предатель. Минитон, а выбери-ка меня. Я люблю быть пить. Я люблю всех убивать, так что меня выбери. Мне понравилось, честно говоря. И не я предатель, вы чё, меня не выбираете? Я была один раз предателем, но я всех убила, ребят. А кто-то предатель, непонятно. Все, я беру морковку и во всех стреляю, потому что я не знаю, кто... О, ключ тут валяется. Отлично. Берем ключ. И да, надо смотреть... Кто это? Кто это за... А, потому что я здесь смотрю. Ребят, есть фейки под названием София. Не верьте моему фейку. Не верьте, потому что она может вас... потроллить, и потом вас может очень сильно обмануть. Так что не верьте этому фейку. А, не подходи ко мне, бекон. А то ты ко мне сейчас подходишь, и меня... И вдруг он предатель. И... Да, он был предателем. Я так и знала. Я хотела его стрельнуть, но не получилось. Ребят. Ой, зефирочки, ребята. Пишите под названием хэштег предатель челлендж. Если вот кто-то напишет нет челлендж, значит все, я вот кого стреляю. Не забудьте подписаться. Если ты не хочешь быть предателем, да, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии обязательно. Но если они отключены, значит лайк у меня там есть и ТикТок, да. И кстати, я сейчас напишу всем пока. Всем пока, пока, пока. И я не хочу делать, давайте мы... Мне нравится очень сильно Мэмори и Гвести, и Зизи, и Робин. Мне нравится. Все мне нравится, да.